Пешеходные дорожки несут не только практическую, но и эстетическую функцию. Они являются важным элементом ландшафтного дизайна, добавляя участку законченность и элегантность. Сегодня мы покажем, как быстро и просто обустроить пешеходные дорожки. Мы находимся на дачном участке, где планируется устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки. В основании этих дорожек мы будем использовать профилированную мембрану Plantar Geo. Plantar Geo позволяет сохранить стабильность грунтового основания, увеличить его несущую способность и избежать прорастания сорняков. Что немаловажно, Plantar Geo позволяет избежать скопления воды под плиткой. Plantar Geo представляет собой прочный, химически и биологически стойкий полимерный материал с верхним слоем из термоскрепленного геотекстиля. Залогом долговечности пешеходных дорожек является качество подготовки основания, соблюдение технологии укладки плитки, а также исключение накопления воды внутри дорожки, с чем нам и поможет справиться профилированная мембрана Plantar Geo. Для устройства дорожек на участке нам потребуется профилированная мембрана Plantar Geo, самоклеющаяся битумная лента Plantar Band, песок речной крупнофракционный. Инструмент используем самый простой – шнур для разметки, деревянные колышки, лопата, грабли, рулетка, щетка, правило, киянка резиновая, а также виброплита. При ее отсутствии – ручная трамбовка. Процесс создания дорожек не является сложным и не требует каких-либо специальных навыков. Вот что мы делаем. Размечаем контуры дорожки на участке. Вынимаем плодородный грунт. Уплотняем грунтовое основание. Формируем уклоны под укладку мембраны. Это важный процесс. Будьте внимательны, чтобы не получить обратные уклоны. Готовим мембрану Plantar Geo к укладке. Укладываем мембрану Plantar Geo на подготовленное основание геотекстилем вверх. Геотекстиль заводим на края траншеи. Для герметизации стыков швы между полотнами Plantar Geo проклеиваем самоклеющейся лентой Plantar Band. А швы геотекстиля – полипропиленовой клейкой лентой. Приступаем к послойной укладке песка с проливкой каждого слоя водой и уплотнением. Песок выравниваем правилом. Укладываем плитку на подготовленное песчаное основание. Сверху плитки засыпаем песок и протираем щеткой, чтобы песок попал между швов. Края дорожки можно декорировать щебнем, гравием, либо травой. У меня давно были сделаны дорожки из плитки, но по старой технологии. Конечно, со временем они потеряли свой вид и разъехались. Я себе представила горы песка, щебня, смеси. И мне даже стало не по себе. Я стараюсь идти в ногу со временем, поэтому выбрала профилированную мембрану Plantar Geo. И вот что у нас получилось. Я очень довольна.